Искусству диджеинга теперь можно научиться. В Караганде впервые открыли школу диджеинга. Уже порядка 15 карагандинцев изъявили желание попробовать себя в качестве диджакея. Подробности у нашего корреспондента. Диджеинг – это не просто умение подобрать хорошую качественную музыку, а настоящая страсть к ней, побудившая человека научиться делать то, чтобы взорвать танцпол своими треками. На открытии школы в Караганде проводились бесплатные мастер-классы и семинары. К слову, в начале года школа профессионального диджеинга была открыта в Темиртау. Авторами идеи создания подобного учебного заведения были известные карагандинские диджеи. Идея возникла у меня, но впоследствии я нашел человека, у которого есть просто уйма аппаратуры, и человеку тоже интересно, и мы объединились, мои мысли, его возможности, и получилась школа диджеинга Room of DJs. В школе уже есть ученики, вот на данный период у меня очень талантливый ученик, который буквально со второго занятия он уже довольно-таки неплохо начал играть. Сейчас он в процессе, ему очень нравится транс-музыка, вот. Но я его, то есть, стараюсь ему объяснить то, что нужно играть абсолютно все. То есть уметь все, не только определенно один стиль, а уметь играть любой стиль. На открытии был приглашенный гость, диджей Роман Шукшин, резидент радиошоу на 102.3 FM Астана. Это очень позитивно. Я очень даже рад, что такие семинары проводятся даже. Как считают многие специалисты, работающие в сфере пиара, музыкальная индустрия развивается, потому школа для диджеев ждет большое будущее. А такие личности и такой продукт, как диджеинг, и новые диджеи, новые лица нужны нам в частности. И, естественно, Караганде тоже. Почему? Потому что молодежь, так скажем, сейчас нужно использовать и направлять в нужное русло. И каждый может использовать свой талант. Открыть школу – дело затратное. Инициаторам проекта крупно повезло. Нашелся спонсор, который, к слову, к диджеингу не имеет никакого отношения. Тем не менее, меценат профинансировал покупку музыкального оборудования. Мы закупились оборудованием, организовали две школы в Темиртау и в Караганде. Рады видеть в своем, так скажем, клубе всех диджеев, которые уже себе сделали имя и готовы прийти и поделиться этим. Здесь все как в обычной школе. Уроки, задания, экзамены, аттестат. По окончанию трехмесячных курсов преподаватели устроят между выпускниками соревнования. Здесь-то и узнают, кто чему научился. Прошедшее обучение диджей получит сертификат и возможность отыграть в клубах Караганды. Анна Смагова, Олжас Кабасов, Раскутенов, Первый Карагандинский.